begona shahrim, tengsiz olamlar aro. Hech bitta yurt unga teng kela olmas. Baxtlar vodiysi deb atayman tanho. Mehrining ro'yidan bo'laman sarmas. Navoiy, azizsan qadrdon vatan. Millatlar madhini etding arg'umon. Metallurglar bilan faxring hamohang. Sen shu eling bilan ko'rkamsan hamon. Qurilishlar bo'ldi ulkan barkamol. Uylar bunyod bo'ldi minglab manzilda. Qaldirg'och parvozini uchirgan bahor shaharga baxt olib keldi ranglardan. Muborak to'y qutlug' vatandoshlarim, mening tabassumim sizlarga hadiya. Buguningni ko'rib sevinch yoshlarim, elim shodligingdan olaman bahra. Есть на свете города, оазисы, что собою удивляют свет, но таких, как мой, ни в Средней Азии и нигде на свете больше нет. Юный город, солнцем озолоченный, ты известен с молодости стал, ты руками умными рабочими создан на земле Узбекистан. Первыми сюда пришли строители, а за ними с легкой их руки химики и хлопкоочистители, энергетики и горняки. Дружбою интернациональную, спаянностью трудовой семьи умножают мощь индустриальную. Мой индустриальный Наваи. Свободна гордая держава, как солнце встало на виду. Пусть на века сияет слава, и гимн звучит рабочему труду. Звучит всем тем, кто от зари и до заката рабочей гордостью сильны, и в Наваи, и в комбинате писали, пишут летопись страны. С особым уважением мы вспоминаем сегодня и помним всегда первых директоров Наваийского горно-металлургического комбината Зарапа Петросовича Зарапетяна, Анатолия Анатольевича Петрова, чья неукротимая энергия и героический труд заложили прочный фундамент в основу предприятия-гиганта Наваийского горно-металлургического комбината. Город Наваи возник не сам по себе. Всегда впереди были строители и монтажники Наваийского управления строительства и предприятия «Югпроммонтаж», имена которых нельзя не вспомнить. Булат Владимир Евгеньевич, Геннадий Борисович Саватюгин, Марков Анатолий Иосифович, Иван Федорович Марочкин, Моспан Сергей Владимирович, Валентин Иванович Юрин, Подворчан Галина Евгеньевна. Золотыми буквами вписаны в страницы золотой летописи Кызылкумов имена первопроходцев, ветеранов комбината, Львовского Самуила Зельмановича, Коваленко Владимира Ананьевича, Гуцал Владимира Ивановича, Комиссарова Анатолия Петровича, Гурдзибеева Татраса Идрисовича, Ахмедова Муталиба Дадабаевича, Дейнека Виктора Петровича. Почетных граждан города Гуломова Иззата Рахматовича, Зои Вахобовны Шакировой, Богдановой Лидии Хамидовны, Сейтаблаевой Эльвиры Вилькельсиловны, Насоновой Анны Петровны, Валентины Павловны Мурмишевой, Бусаевой Флуры Фатаховны, Абдурахмана Хасановича Ядгарова, Сафроновой Елены Алексеевны, Хасановой Галины Димитровны и многих-многих-многих других. С праздником вас, дорогие наваийцы и гости нашего города! Парад возглавляют победители первенства Республики Узбекистан по фехтованию, бронзовые призеры чемпионата Узбекистан, победители молодежного турнира в Турции, участники Всемирных юношеских игр в Москве, Дашевский Влад, Орлов Павел,
Филинов Александр, Авезова Фируза, Велишаева Наталья, Иосиба Швили Нина, призеры Кубка Республики Узбекистан. Возглавляет команду тренер, мастер спорта международного класса, многократная участница чемпионатов мира и Азии, участница двух Олимпийских игр, чемпионка Азии и Океании Аниса Петрова. Гордостью физкультурно-спортивного клуба «Согдиана» является плавательный центр «Олтынсу», воспитавший участников двух Олимпийских игр в Атланте, США, и Сиднее, Австралия, в многих этапах Кубка мира, победителей и призеров чемпионов Азии и Океании, обладателей нескольких национальных рекордов. Гордостью центра являются спортсмены, мастера спорта международного класса Олег Пухнатый, Александр Агафонов и Петр Васильев. Большой вклад в спортивную копилку вносит мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Стасенко Юлия, установившая 4 рекорда мира, чемпионка Азии 2002-2003 год, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Анастасия Берестецкая, чемпионка Узбекистана, призер международных турниров в Турции, России, Польше и Казахстане, мастер спорта по художественной гимнастике Трофимова Ульяна, Стрелкина Юлия, победители и призеры чемпионатов и первенств Узбекистана. Воспитанница плавательного центра «Олтынсу» Ирина Шлемова, чемпионка Узбекистана, победитель и призер многих международных соревнований, молодые и перспективные чемпионки Узбекистана, кандидаты в мастера спорта Узбекистана Лидия Ахмедова и Валерия Романова. Насыров Равиль, мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата мира в Польше, неоднократный призер Азии, чемпион Узбекистана. Рахманкулов Азат, мастер спорта международного класса, рекордсмен Узбекистана, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Азии, Индии, Кореи и Казахстана. В физкультурно-спортивном клубе «Согдиана» действует детско-юношеская спортивная школа, в которой занимается 600 ребят. Сулугов Азиз, мастер спорта Узбекистана, победитель первенства Республики Узбекистан, серебряный призер международного турнира «Золотой ринг» в России. Рамазанов Сулейман, мастер спорта Республики Узбекистан, победитель первенства и чемпионата Республики. Машарипов Тимур и Алимбеков Рауф, победители и призеры первенств Республики Узбекистан. Представители парусного спорта, неоднократные чемпионы Республики, победители и призеры чемпионатов России, Казахстана, обладатели кубков стран СНГ. Канончик Евгений, Семенов Геннадий. Женская баскетбольная команда «Ника» дважды становилась чемпионом Республики Узбекистан, участница Азиатских игр. Женская команда по волейболу «Южанин» – серебряные призеры чемпионата Республики Узбекистан. Во Дворце культуры «Фархад» в 55 творческих коллективах, кружках и клубах по интересам занимается более 1500 участников. 10 основных коллективов носят звания «Народный» и «Образцовый». Народный вокально-хореографический ансамбль «Ширин», лауреат телевизионных конкурсов «Мархабот Алантлар», Международного фестиваля «Юандит» в Китае, Международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске, Международного фестиваля искусства «Черного моря» Ялта, Международного фестиваля «Земля наш общий дом» Екатеринбург, художественный руководитель Розы Мухинин-Кинжаевы, народный хор «Ивушка», при котором действует детский ансамбль «Горошина» и фольклорный ансамбль «Хуторяне», лауреаты телевизионного конкурса «Мархабот Алантлар». Трижды ансамбль «Хуторяне» принимал участие в телевизионных передачах «В доброй хате». Ансамбль «Хуторяне» является лауреатом премии имени Тараса Шевченко, художественный руководитель Гульнур Баталова. Хор является лауреатом премии Совета Федерации профсоюзов Узбекистана. Народный ансамбль эстрадного танца «Соната» – обладатели гран-при международного конкурса «Золотая осень» Славутича, международного детского фестиваля искусства «Черного моря» город Ялта, обладатель номинации «Самая красивая программа» международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, лауреат международного фестиваля «Дружбы народов» Севертау, Казахстан, лауреаты международного телевизионного конкурса «Утренняя звезда»
Звезда, художественный руководитель Марина Харитонова, Народная оркестровая студия сказки, оркестр русских народных инструментов, оркестр узбекских народных инструментов, лауреат премии Совета Федерации профсоюзов Узбекистана, лауреат областных конкурсов Кызылкум Санат Гунчалари и имени Кори Якубова, художественный руководитель Владимир Сведенев. Народный эстрадный ансамбль «Гарвон», лауреат областных конкурсов «Голоса Кызылкумов» «Узбекистон Ватаным Маным», республиканского конкурса «Узбекистон Ватаным Маным», лауреат международного фестиваля «Юанди» в Китае, лауреат премии Совета Федерации, руководитель Айшеров Думрадов, народный татаро-башкирский ансамбль «Байрам», лауреаты областного конкурса «Голоса Кызылкумов», лауреат премии Совета Федерации, профсоюзов Узбекистана, руководитель Ильшат Валиев, народный духовой оркестр, дирижер Дельмурод Гадаев, команда КВН «Классные пацаны», финалисты Евролиги «Город Минск», участники первой лиги Международного союза КВН «Город Казань», участники премьер-лиги «Город Москва», член Международного союза КВН и телевизионного творческого объединения Александр Масляков и компания, народный хор ветеранов войны и труда, образцовый хореографический ансамбль «Счастливое детство», руководитель Елена Мингалиева, народная студия изобразительного искусства, руководитель Валентин Нифонтов, лауреаты международной выставки детского творчества в Лондоне, премии Совета Федерации профсоюзов Узбекистана, вокальный эстрадный ансамбль «Дети» и детско-вокальный ансамбль «Нилуфар», руководитель «Шавкат» Даиров, клуб «Юного техника», руководитель «Шухрат» Расулов. Thank you.
Bahodir insonlar keldilar cho'lga, shamolga quyoshning yondirishiga, bastila oldilar qo'l berib qo'lga, oltinlar qazishga, zavodlar qurib, qumlikka suv bilan gaz keltirdilar. Navoiy uch quduq, Zarafshon kabi afsona shaharlar bunyod qildilar. Navoiy tog'jon jaminasi yurtimizning faxru zinasi, oltin tog'ing yetsin osmonga, qudrat bo'lib O'zbekistonga. Navoiy tog'jon jaminasi yurtimizning faxru zinasi, oltin tog'ing yetsin osmonga, qudrat bo'lib O'zbekistonga. Утекает звуки древних суховей. Здесь застыла вечность посреди степей. Склады дух пустыни спрятал от людей. Но явились люди сильные душой, провели каналы для живой воды. И с горящим сердцем, со своей мечтой, покорили земли, возвели сады. Нет земли нам ближе и родней, край людьми консолотом богат. Станет жизнь прекрасней, светлей. Славься на воиски, горный комбинат, труд на благо родины моей. Край любви и золотом богат. Нет земли нам ближе и родней. Славься на воиски, горный комбинат. Turli millatlar, o'zbek, rus, ukrayin, tatar, qozoqlar, mehnatda baxtiyor hayot yaratib, oila farzand deb yashamoqdalar. Ofarin tinch mehnat qahramonlari, ochilsin qizil qum yangi jonlari. Abad yashasin, orzuga yetsin mustaqil yurtimiz, zo'r insonlari. Navoiy tog'jon jaminasi yurtimizning faxru zinasi, oltin tog'ing yetsin osmonga, qudrat bo'lib O'zbekistonga. Navoiy tog'jon jaminasi yurtimizning faxru zinasi, oltin tog'ing yetsin osmonga, qudrat bo'lib O'zbekistonga. Мы семьёй единой, сильной большой, создаем богатство твердою рукой, приумножим славу для страны родной. Легенды служат про меня с тобой. Наш народ свободный, исполнен став. Грозный дух пустыни одолев в бою, на мои учку дух Зарафшан создав. Золотою вязью пишет жизнь свою. Нет земли нам ближе и родней, край людьми консолотом богат. Станет жизнь прекрасней и светлей. Славься на воиски, горный комбинат, труд на благо родины моей. Край любви и золотом богат. Нет земли нам ближе и родней. Славься на воиски, горный комбинат. Thank you.
τα ιδιώρα. Έλα, πουτζέβολ, πουτζέβολ, ώρα συνέπεια βολούτα. Λιβιάτε τον τσίπτε βιτή, το κούτσι τα λαμόρε. Ποι και κουέβο αγιό αγόρε, τον ύπο πεντέμα. Λιβιάμο, αμόρε, αμόρε, πρακάλι τσίπιου καλή βατσιά βρά. Thank you.
Әзіретілер ұзарлар, Құтлар болысын қайғырма. Мұнардан жан тұқлардан, Құдай бізіне айырма. Құтырмыштар біз бір құна, Құтырмый бәрі. Құрсын ел әрі, 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 Құрс
нам 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 нам. Bazmını bu uçun kim bu
sabrım kabrige gitsen yeter. Bir kızım kizmakta kaldım, simkirek sen şahıdır. Dün açız umidi vesilele haberin gitsen yeter. Aylanıp ötkende bir kilsen yeter. Gülüm yüreğinde külüp ötsen yeter. Aylanıp ötkende bir kilsen yeter. Gülüm yüreğinde külüp ötsen yeter. Şirning beytidan namingni izler düzler. La akal şiirimde belkim bahtiyar isen yeter. Bir uzun kizmakta kaldım, sen kirek sen şahıdır. Dün açıp umidi vesliğdele haberin gitsen yeter. Aydanı bütkende bir kilsen yeter. Küzüm yüleğinde külü bütsen yeter. Aylanı bütkenle bir kilsen yeter. Küzüm yüreğinde külü bütsen yeter. Aylanı bütkenle bir kilsen yeter. Küzüm yüreğinde külü bütsen yeter. Aylanı bütkenle bir kilsen yeter. Küzüm yüreğinde külü bütsen yeter. Мы так и порвали, мы так и порвали.
Старые слова не позабылись, но почему нас
Thank you.
Команда КВН «Классные пацаны» поздравляет Новоицкий горно-металлургический комбинат и город с юбилеем! Юбилеем поздравляем! Счастья, радости желаем! Ну, как принято на такие торжества, мы приглашаем самых знаменитых ведущих. И сегодня у нас в гостях, кто бы вы думали? Так, стоп! Это не моя фонограмма. Поставьте мою заставку. Николай Дроздов. Он расскажет нам фильм «Эти забавные животные», где роли всех животных будет исполнять наш каскадер. Здравствуйте. Сначала хотелось бы поговорить о белках, точнее, о белке в колесе. Хотя речь пойдет не о ней, а о насекомых, которые являются лакомством белки. Белки любят полакомиться тривиальными тараканами. Вы только посмотрите, как он забавно садится на свой тараканий шпагат. Но белки, кроме тараканов, садящихся на шпагат, также не прочь полакомиться палочниками, которые скрываются от хищников, притворяясь сухими веточками. Любимой едой палочников является блоха, прыгающая на неимоверную высоту и теряющая контроль в брачный период. Что самое интересное, белки, кроме тараканов, садящихся на шпагат, и палочников, также не прочь полакомиться блохой, которая не только высоко прыгает, но также и теряет контроль в брачный период. И очень отрадно, что белки болеют ящером и даже иногда подрываются на противопехотных минах. На этом мы заканчиваем наш рассказ о белках. И по просьбам рыбаков повторяем наш ролик про червей. Про червей! Ни для кого не секрет, что сейчас очень модно объединяться во все возможные совместные проекты. В канун юбилея команда «Классные пацаны» объединилась скоро Ивушка, встречайте! Не ожидал,
Ну-ка, пойдемте-ка, пройдемте-ка в отделение для выяснения. Нас не догонят, нас не догонят, нас не догонят. Нас не догонят, нас не догонят, нас не догонят. Нас не догонишь, нас не догонишь, нас не догонишь. Нас не догонишь.
паруса морского. Вдоль черноморских берегов белее чайки острокрылой, белее акация снегу, белее платка девчонки милой, оставшийся на берегу. Ах, это белая сирень, так расцепила эту тень, ведущая в ладонях лето, я из любви добра и света. Ах, это белая сирень, ах, это белая сирень, белее Невской белой ночи, белее северного мха, белее паруса морского, белее солнечного дня, белее чайки острокрылой, белее акация в снегу, белее платка девчонки милой, оставшийся на берегу. Ах, это белая сирень, так расцепила эта тень, идущая в ладонях лета, вся из любви, добра и света. Ах, это белая сирень, ах, это белая сирень. Oh,
тебе сна. У Діброва зелену, хто забуде стежка, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Концертымызны Өзбекстанда хызмат көрсәткән артист Аббас Қасымов башчылык Аббас гүрухы дәвам иттерады.
когда-то молодость пролетела в жизнь, как будто сон. Почему сидеет волос, и охрип так быстро голос? Ты уже живешь вчерашним днем. Повзрослели быстро дети, жизнь прошла, как буйный ветер. Молодые годы не вернешь. Навсегда друзья уходят, и беда к нам в дом заходит, даже если ты ее не ждешь. Ах, если только можно было все вернуть, хотя бы раз нам повторить весь этот путь. Былым друзьям глаза тянуть, но знаем мы, что веки вспять не повернуть. Былым друзьям глаза тянуть, но знаем мы, что эти вспять не повернуть. За окном все тот же вечер, тусклый свет роняет свечи, недопитое стоит вино. Отчего в душе так грустно, почему так в доме пусто? Сами дождь стучит в окно. Пролетели быстро годы, а ведь у когда-то мол пролетела жизнь, как будто сон. Почему сидит боль, и охрип так быстро голос? Ты уже живешь вчерашним днем. Если только можно было все вернуть, хотя бы раз нам повторить весь этот путь. Былым друзьям глаза тянуть, но знаем мы, что веки спят не повернуть. Былым друзьям глаза вернуть, но знаем мы, что реки спят не повернуть.
дема, 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 кардон да сальет, йо, дема, дема, дема. Йо, дема, дема, дема. Йо, дема, 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 юрагин да сан. Konsert dasturimizni Toshkentlik mehmonlarimiz davom ettiradi. Sahnaga O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatovni taklif qilamiz. Есть на востоке добрый город, кольце садов. Кольце огней. Он по-особенному дорог бескрайней родине моей. Он весела и черноока, глядит со смуглого чела. Сияй, Ташкент, звезда востока, столица дружбы и тепла. Сияй, Ташкент, Ташкент, звезда востока, столица дружбы и тепла. Сияй, Ташкент, сияй, Ташкент, звезда востока, столица дружбы и тепла. Когда война опустошала
светила окна городов. Его земля теплом дышала, дарила людям хлеб и кровь. Чье сердце было одиноко, к тому надежда здесь пришла. Сияй, Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла. Сияй, Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла. Сияй, Ташкент, сияй, Ташкент, звезда Востока, столица дружбы. Когда угрюмая стихия под ним взломала пол земли, была с ним рядом вся Россия и все республики мои. Глядит он тысячами окон, вершит высокие дела. Сияй, Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла. Столица дружбы и тепла. Сияй, Ташкент, сияй, Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла. Салам Наваи! Добрый вечер, дорогие друзья! Мне предоставлена большая честь поздравить прекрасный город Наваи, прекрасный комбинат горно-металлургический с этим прекрасным юбилеем. И 45-летием я хочу поздравить от имени всех ташкентцев со славным юбилеем горно-металлургический завод и пожелать вам всем наваинцам области, города, пожелать вам всем здоровья, счастья и долгих счастливых лет жизни. Я хочу вам подарить в этот вечер свои любимые песни. Спасибо! А мы приедем весенний, меня укрыли легкой тенью. Березы, русские березы, вы на судьбу мою похожи. Я знаю, помните вы это. Березы, русские березы, теперь вы мне еще дороже. Я как будто вчера в
здесь гремели бои. В березовой роще солдаты легли, и вечную память о них сохрани. Березы расправили ветви свои. А теперь будем танцевать. Будем? Я приглашаю всех. Танцуем, май бир казак, май бир алда кылмышам. Асмулы бана сволы, көптан шаума кылмышам. Абунакам, бір күн менге қарайң, бір күн ойнап келін, бір күн менге қарайң, бір күн. Абунакам, дебулакам, сар-сары, 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 камина. Шамасын көзіге қарайң, махмасасан жан. Ай, шамасын сачыге қарайң, махмасасан жан. Мені ярым күйдірсін, көзлер қара күйдірсін. Мені ярым күйдірсін, көзлер сия күйдірсін. Хабул әкем, дебул әкем, сәр-сәрі, сәр-сәрі, сәр-сәрі камина. Ишамасын сачыге қарайң, махмасасан жан. Ай, ишамасын көзіге қарайң, махмасасан жан. Otaqlarda kim yotgan, o'jar bolalar yotgan. Otaqlarda kim yotgan, safar ketganlar yotgan. Yonboshiga tosh botgan, do'stlarga gap otgan. Do'st, yur, 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 yur. Hay, hay, ukajon, ana shunaqa. Ana shunaqa, sen, ana shunaqa. Hay, hay, ukajon, ana shunaqa. Sahnaga Райхон Ғаниеваны тәклиф қыламыз. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Не замерзли? Я очень рада быть сегодня с вами и разделить с вами вашу радость, поздравить вас с праздником, 45-летием вашего комбината НГМК. Я очень рада быть сегодня с вами. Я хочу пожелать вам счастья, добра, любви, здоровья, удачи и много-много успехов. Будьте счастливы! Yeah.
Райхон Ганиева. Новат Узбекистанда хизмат ко'rsatgan артист Руслан Шариповка. Руслан Шарипов. Ассаламу алейкум, товарищ Ахров. Деньги пошёл, короче. Тебе одной лишь одной я сухой дождь седой, будто пустыня Китая. Горами шел я, плыл вместе с водною волной, тебе любовью сгорая. Ах, как мне жить, не могу забыть твой лунный лик темноокая. Судьба молитва, где я был Всевышний Аллах, не надо мне рая. Там, где восток, солнце восходит, там, где закат, луна зовет. Там, где любовь, разум уходит, безумный, безумный, песню поет. Ваши руки! Bora, 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 bora
değdi yolinde kalmaz sürüm sürüm Bozana bakan tutu Yok olan metinge asılma desem değdi yolinde kalmaz Hocam kaldıklı Hocam babay Rast geçtiğimi Hey Ha 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 Yugurup yugurup yürgende Kaçının sınırı durgende Karap ol gel ol gel nefesin Karışmayın asla asla sökende Tekilin tekilin vermem ben Yepesem kol 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 Süleyman Bu kız bunca bunca yaşındı Uyla buyla olamam ben Bu kız bunca bunca yaşındı Uyla buyla olamam ben Bolan oklar tutun, yok olan metinge asılma neysem Değdi yolinde kalmaz sürüm sürüm Bolan oklar tutun, yok olan metinge asılma neysem Değdi yolinde kalmaz Батька, юбилей, третий по счету, Учкудук, Горовшан, Наваи, но жизнь продолжается. Алена, она в чархны, хайот за стыда, Халкум хайот сыночи, бэр куда текан. Senin tavdik bardaş ingeş, boş egen şugan Neki otti yürekte, uzun dönesen Hayat, devam eter, devam eter hayat Uzer, kurtan dinden, uzun kurgen hayat Замерзли, давайте хлопать! 45 лет! Ваши аплодисменты! Devam eder
Galahan, Batimu Sukhaya. Bundan zor olsun kana. Ha! Birlikte. Devam eder, devam eder hayat. Otel kuzan dinden, o din kurgen hayat. Hayat, devam eder, devam eder hayat. Biz yun kazanları, bakayım ey hayat. Biz min bolalar kan, bakayım mısın hayat. Biz min bolalar kan.
Yeah.